Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Глава Тувыш Албан Караол вручил сегодня ключи от новых квартир первым новоселам еще одного многоквартирного дома по улице Упсунурской в микрорайоне «Спутник». Дом построен на средства федеральной целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы. Общая площадь вводимого жилья составила около 7,5 тысяч квадратных метров. Количество квартир – 134. Глава республики сообщил, что в ближайшие дни строители обещают сдать еще 3 многоквартирных дома. Напомним, ранее в декабре было введено в эксплуатацию также 3 дома в вышеуказанном микрорайоне. Из них 2 дома по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 1 дом по федеральной целевой программе повышения устойчивости жилых домов и основных объектов жизнеобеспечения в сейсмических районах на территории России на 2009-2018 годы. До конца года планируется сдача еще 3 многоквартирных домов по программе переселения по улицам Дружбы и Московской. Стражи порядка совместно с отделением информации и общественных связей Министерства внутренних дел, а также с представителями общественного совета навестили ребят детей, погибших при исполнении полицейских. Ребята с огромным удовольствием общались с Дедушкой Морозом, роль которого исполнил общественник Ахирел Ранол. Охотно читали подготовленные стихотворения и отвечали на вопросы о том, как они учатся в школе. Светло качается, снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурной легко проносится, невысь лазурную на землю просится. Далее, продолжая добрую традицию, полицейский Дед Мороз подарил праздничное настроение детям из подшефной школы ведомства. Учителя и школьники радостно встретили полицейского Деда Мороза и гостей в погонах, и также порадовали сказочного гостя стихами про главный праздник года. Сегодня получили подарки дети, которые очень нуждаются в этом. Это дети из малообеспеченных, из многодетных семей, которым иногда порой не хватает именно вот подарков и внимания. Без внимания Деда Мороза не остались и дети из Центра социальной помощи семье и детям. Для них в буквальном смысле слова сказка постучалась в окно. Искренние детские улыбки, огромный восторг от неожиданного сюрприза и радость в глазах детей сделали мероприятие еще ярче. К вам пришли с Дедушкой Морозом вручить вам подарки на Новый год. Сотрудники полиции поздравляют вас с наступающим новым 2018 годом. Желают вам здоровья, счастья, успехов и учиться на одни пятерки. Каждый ребенок стремился рассказать Дедушке Морозу приготовленное стихотворение и взять его за руку, чтобы еще больше прикоснуться к новогоднему чуду и ощутить себя в сказке. И, конечно же, получили от полицейского Деда Мороза сладкие подарки. Кроме того, стражи порядка провели новогодний утренник для воспитанников кадетского корпуса республики и для детей сотрудников. В Туве на основании постановления администрации Кызылского района на 14-м километре автодороги Кызыл-Карахак открыта ледовая переправа «Карахакская» через реку Большой Енисей. Комиссии по приему ледовых переправ, в состав которой вошли представители ТВ-Автодор, Госавтоинспекции, Центра ГМС и подрядной организации, была проведена проверка ледовой переправы «Карахакская» на соответствие требованиям отраслевых дорожных норм при строительстве переправ. По результатам проверки недостатков обнаружено не было. Ледовая переправа выполнена в соответствии с проектной документацией. Составлен акт технического освидетельствования на открытие ледовой переправы. Роспотребнадзор России предупреждает – икра не растворяется. Если на банке с красной икрой значится добавка Е-239, такой продукт покупать ни в коем случае нельзя. Об этом предупреждает Роспотребнадзор и дает свои рекомендации. Как выбрать настоящую красную икру к новогоднему столу? В ведомстве поясняют, что пищевая добавка Е-239 или же уротропин – это консервант. И до 2010 года она действительно легально применялась. Однако
Однако в ходе исследований выяснилось, что уротропин при попадании в организм выделяет ядовитые токсические вещества. Поэтому сейчас этот консервант используется только подпольными производителями. Разрешенными консервантами для красной икры остаются Е200 и Е211. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. После того, как баночка будет открыта, стоит изучить икринку. У натурального продукта они мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные. Не имеют пленок и трещинок. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии. Оболочка искусственных икринок более жесткая. Если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду. Судебные приставы будут круглосуточно дежурить в течение новогодних каникул во всех крупных международных аэропортах. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, вахта начнется 29 декабря 2017 года и закончится 9 января 2018. В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов, Федеральная служба судебных приставов России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Непосредственно на пунктах пропуска через государственную границу страны. Напомним также, что в этом году был увеличен порог долга, имея который можно попасть под запрет на выезд из страны. Теперь минимальная планка 30 тысяч рублей. За исключением некоторых категорий должников, например, алименщиков. На них повышение порога не распространяется. В целом же число невыездных в декабре сократилось. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 63 копейки, евро 68 рублей 78 копеек. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Новогодняя распродажа в РБТ.ру. Так, двухкамерный холодильник «Атлант» высотой 162 сантиметра всего за 13 490 рублей. РБТ.ру. Твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Новогодняя распродажа в РБТ.ру. Так, электрическая плита «Дарина» с духовкой на 50 литров всего за 11 490 рублей. РБТ.ру.
Как сообщили в Министерстве образования и науки Тувы, этой зимой школьные каникулы пройдут с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018. Первый день учебы начнется 11 января. Новогодними программами детей и их родителей радуют практически все организации в сфере культуры региона. В эти дни проходят утренники не только в республиканских учреждениях культуры, но и во всех районах. Новогодние программы показывают для школьников так называемых неорганизованных детей, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе благотворительные утренники для детей-сирот. Стихи Деду Морозу и Снегурочки в эти дни читают и талантливые дети, учащиеся детских художественных и музыкальных школ. В предстоящие новогодние выходные утренники по заявкам продолжат принимать Государственный театр кукол, Центр русской культуры, Национальный театр Тувы имени Кокола, Национальная библиотека Республики имени Пушкина, Дом культуры Енисей. Итоговые программы на праздничные нерабочие дни подготовили и другие организации. Радиостанция «Голос Азии» сегодня завершает радиоквест «Замес майонез». На этой неделе «Голос Азии» и «Такси Апельсин» предлагали отыскать бесплатные поездки на такси. И чтобы это сделать, нужно было, как всегда, разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Поздравляем! В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200. Или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получайте 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» быстро, удобно, безопасно. С наступлением холодов наверняка многие задумываются о смене одежды с легкой и демисезонной на теплую и зимнюю. Где же найти ту самую куртку, которая и фасоном понравится, и ценой не укусит? Наш ответ – отправляйтесь за покупками в магазин «Классика мода» в торговом доме «Альма». Широкий ассортимент верхней одежды, мужской, женской и даже детской коллекции. Всего более 100 моделей, раздолье для требовательных покупателей и экономия времени для тех, кто уже знает, чего хочет. На тропе выбора теплые обновки, поступление курток известного бренда Shark Force и новая коллекция верхней одежды из верблюжьей шерсти. Продукция, представленная из этого материала, несмотря на легкость изделия, выдерживает даже самые суровые морозы. Она удобная, гипоаллергенная и, несомненно, будет хорошим выбором для путешествий, так и для носки в городских условиях. И, кстати, в преддверии Нового года в магазине действует акция на куртки с верблюжьей шерстью. А ненавязчивые консультанты рядом всегда ответят на интересующие вопросы и помогут подобрать верхнюю одежду независимо от комплектации. Носите ли вы 46-й или 66-й размер? Размеры найдутся на всех. В качестве курток от магазина «Классика мода» вам также сомневаться не придется. Проверено. А цена и вовсе станет убедительным аргументом для покупки от 2000 рублей. Так что смелее. Приходите и утепляйтесь вместе с «Классика мода» в торговом доме «Альма» по адресу Тувинских добровольцев, 24, первый этаж, и торговый центр 5 звезд, первый этаж, с 10 до 19 часов. Уважаемые земляки, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Этот год удался у нас на славу. Очень много насыщенных мероприятий было. Построили и отремонтировали 13 клубов. В творческом плане нас посетили ряд таких федеральных знаменитых театров. Были концерты федерального уровня. Да и наши работники культуры поработали на славу. В следующем году очень важно не сбавлять наши темпы, работать еще усиленнее на благо нашей республики, на благо наших земляков. С праздником вас, с Новым годом! Госавтоинспекция Кызыла поздравляет всех жителей республики с наступающим Новым годом. Желаем вам безопасных дорог, минимум дорожно-транспортных происшествий. Также предупреждаем вас быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Дорогие наши любимые зрители телеканала «Новый век», от лица радиостанции «Голос Азии» позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Чего вам пожелать? Пожалуй, каждому из нас важно обрести свой путь в жизни –
Так вот, желаю тем, кто его еще не нашел, найти в новом 2018 году. А тем, кто уже нашел, идти по этому пути. Спасибо большое, что вы все с нами. Друзья, с наступающим вас Новым годом. Или, может, уже с наступившим, потому что наши часовые пояса разные, но нас объединяет одно стремление и желание быть счастливым. Я желаю вам быть счастливым. Не казаться, а быть. Дорогие друзья, все, кто живет в этой прекрасной, на этой прекрасной земле Тувинского края, вас с наступающим Новым годом. Нового ничего придумать не буду, а старого пожелаю. Но пусть оно будет всегда счастье, здоровье, любовь, взаимопонимание, благоденствие и богатство. И, конечно же, мир. Будьте счастливы! С Новым годом! С наступающим Новым годом, дорогие земляки и друзья! От имени всех работников Центра Тувинской культуры и Национального оркестра поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мэээ!